На гастроли «Рок-ушки фестиваль» в зале ДК железнодорожников собрались вятские любители текилы и джаза. Однако поклонников текилы оказалось больше, и они нашли себе пристанище в баре. А зал был наполнен всего на 1/3. Но стоило выйти на сцену группе, ради которой это все собрались, текили джаз, как все праздношатающиеся трансплантировались в зал. Самой спокойной и признательной публикой, кстати, были ребята из Кирово-Чепецка. Ну а вот впечатление самих гостей. Обидно, что гораздо большее количество народа могло увидеть то, что мы делаем. Мы знаем прекрасно о себе, что мы не самый худший коллектив в этой стране. Не самый лучший, но не самый худший. Нам есть что сказать не только музыкой, но и в вербальном смысле. Действия наших. Да, то, что мы декларируем в наших песнях, это касается всех абсолютно людей, которые проживают на планете Земля, а в этой стране в особенности. Поэтому многие вещи прошли в холостую, но ничего страшного, я надеюсь, что не было несколько человек, которые что-то поняли, на что что-то все. Основным критерием, по которому можно было отличить текилу джаз от местных групп, конечно, кроме профессионализма, так это то, что все тексты текилы джаз исполнялись на родном русском языке. Кратко же охарактеризовать концерт можно одним словом – пили. Не текилу, правда, но пили.